такого я тебя живым не выпущу! Elizaifa! Сохни, тварь!
Печати больше нет. И с Маликом что-то случилось. Он убил Ифрита и... Твой брат не убил Раташа. Это Раташ убил твоего брата. Что? Нет, все было не так. Ты этого не видел, но именно это и произошло. Джина не убить простым мечом. Потому я и сказала тебе, не бейся с Раташем. Его сила просто нашла себе новое тело твоего брата. Раташ скоро подчинит его себе. Нет, не может быть. Но это так. Ты не знаешь Малика. Он сильнее, чем ты думаешь. Он будет бороться и победит. И все же это правда. Твой брат все равно умрет. Что? Почему? Если ты хочешь сказать, что это кара? Разумеется, нет. Подумай сам. Печать твоего брата уничтожена. Как остановить армию? Я сделаю другую. Скажи мне, как? Этих заклинаний никто не знает. Чародеи, создавшие печать, давно мертвы. Есть лишь один способ положить этому конец. Отправляйся в Рекем, город джинов. Найди там меч. Этим мечом убей Раташа. И тогда бесчанная армия лишится силы. Убить Раташа? То есть Малика? Я не могу. Ты любишь эту землю? Подданных Малика, свой народ, свою жизнь. Всему этому придет конец. Я не бессердечна. Я понимаю, это трудно. Но это нужно сделать. Должен быть другой путь. Ты должен править вместо брата. Спасти тех, кого еще можно спасти. Это долг правителя. Утрат день, битусорот и бал.